Ой. Ну-ка, пацаны, давайте-ка обратно домой. Все, домой, пацаны, расходимся, кино не будет. Вообще никакого, лично для вас. Так. Вы знаете такое слово «съебитесь»? Нахуй, придумаю. Нет, не слышали, но познакомитесь. На том свете. Нахуй. Опа, чирик патронный. Я туда хочу. Ну, так-то, в принципе, Египет сделан очень круто. Но, сука, почему только Египет, а? Почему нельзя было еще что-нибудь сделать? Да и Египет-то, по сути, скучный. Ну, я не говорю, что сильно скучный. Я не понимаю, вам что, нравится в аду быть? Почему вы все, это, под землю проваливаетесь? Конечно, это не важно, но все-таки. Ну смотрите, это ж полный член. Ты че слышь, бля, а? На тебе, яйцо. Не, ну прикиньте, да, наглое. Вот как вы меня, так я вас. Суки. Вообще страх потеряли, бля. Чё, сука? Ты вообще тут давно, да? Совсем, блядь, охренели. Ладно, все, пойдемте. Я справился. Ага, еще бы не справился, ага. А, в принципе, можно там было бы мне и не быть. Подождите, у меня череп чешется. Ладно, все, почесал. Вы же знаете, я фитос, у меня всегда все чешется. Алло, блядь, очнись! Господи, что с вами происходит, а? Свалил, блядь, чуть не матернулся. Я стараюсь больше не материться, нахуй. Поэтому все. Отныне больше не буду материться. Ну как, у меня же есть хлыст. Только хардкор, только мясо, только мочевые пузыри на экране. Вот дерьмо. Ай, меня ебут в воздухе прямо. Подай знак, где ты, сучка? Блин, ты где? А, вот ты. Да ладно, не попал, бля. Блин, почему у вас... Все, мне пиздец. Все, да отстаньте от меня, я с вами не играю. Ну давай, давай, поехал, смотри. Ну, нормально. Для какой цели ты вообще тут появилась? Беспонтовый враг, конечно.
Ну ладно, мы хотя бы расправились с ними. Вообще, как нехер делать, совершенно. Так, тут мы все забираем. Что-нибудь тут валяться будут. Игра такая расслабительная, похуй вообще. Такая музыка, даже немножечко эротическая, я в этом разбираюсь. Так, ну все, мы все взяли. Блин, зачем вас ментал на респаун поставил, а? Могли бы сразу все вместе нормально напасть, чтобы я не парился с вами, а? Блять, больно. Да ты хорош, чё ты такой быстрый? Ты даже сам охуеваешь, наверное, когда бежишь за мной. В зад костлявый. Вообще моя одноклассница такая же жопа костлявая, прям в буквальном смысле, с хвостом даже. Страшная девка. Мне одному кажется, что картинка серой становится. Задумался пацан что-то. Вообще, враги сегодня какие-то сонные. Вообще, точнее в этом уровне. То Скрэп Джек там что-то вообще тупит, блин. То теперь скелет этот обоссан. Так, все, вы меня заебали. Я буду тяжелую артиллерию принимать. Все, я взял ключи какого-то чувака. Надеюсь, он не против. Пацаны, я хочу сказать вам такую очень вещь, такую очень секретную. Вы меня заебали просто. В Думе, знаете, Дум, да? Ну что вы не знали Дум? Вы же не такие ебанки. Вот там. Тоже было много монстров, но там хотя бы их было, во-первых, не так много. И при том, что там как-то хардкорность была такой более сбалансированная. А здесь просто тупо много монстров. Так и при том, вот эти скелеты, они такие, сука, бесят меня, короче. Мне аж чуть месячные из-за них не случились. Да ладно, шучу, мне нету такого. Я от них избавился. Ты ведьма еще бесит, а? Мразь. Классная пальма. Так, ну все. И начинается опять old school. Опять, точнее не опять, основа. Так, не туда. Так, теперь моя очередь. Вообще, по идее, нам надо только вообще в этой игре в основном только бегать и все, ни в коем случае не останавливаться. Это, в принципе, закон. Кстати, вот вы помните, да, вот заставку, которая была, где все сдохли, знаете, вот эта вот бомба была. И вы думаете, вот, как разработчики сделали эту сцену? А я вам сейчас, блядь, скажу. Видите, вон там вот такая хренотень. Вот видите вот эту, да, вот штуку?
Короче, именно там и была вот эта локация. То есть я, короче, был там как-то раз. То есть как-то раз я там с читами баловался и, короче, допёр до туда. И там реально была эта заставка. Тачка пригодится. Если вы мне не верите, вы можете попробовать. Буль-буль, сука, буль-буль. Так, черт, сам ругается. Ну, короче, вот там была заставка, короче. Бензин все равно нужен. Ну да, сам, в принципе, ты прав. Только вдумайтесь, блин. Он, в принципе, все 8 там канистр не, ну, не вместится в машину. Что за бред? Или, в принципе, я такой дебил и ничего не понимаю в машине. Прикиньте, если я считаю, что... Это маловато. Вот если я считаю, что в этой игре очень много монстров. А так как главное, разработчики говорят, что в следующей части будет еще больше, то это вообще, наверное, просто понос с жопы у меня будет течь, наверное. Хотя он, в принципе, и сейчас у меня течет на данный момент. Опаньки, что это такое нашел? Не думаю, что это секрет. О, господи, опять ты. Пацан, иди отсюда. Тебе тут не рады. Не долетел, блядь. Так, ну все. Так, вот это я возьму. Опаньки, еще нашел. Так, вот надо запомнить, что тут лежит еще. Бензин все равно нужен. Скажи что-нибудь новое, Сэм. Блин, не подходите близко, я сейчас заплачу. Как Камикадзе умудрился меня не убить? Ну что, не увидел меня, что ли? Надо докинуть, на всякий. Так, хорош орать, пацан. Бензин все равно. А, господи, опять эта тварь. Блин, бесит этот кошмар просто вообще. Это, знаете, настоящий зверинец просто. Самый натуральный. Иди в жопу, брать. Да вы каким образом не сдох? Ну давай, давай. Хоть бы еще стаканчик. Так, ну окей. Сэм просит еще, ладно. Ну давайте еще найдем. А, ну все, нашел. Вот заметьте, Сэм крутой, носит сразу дюжину оружия. А сука, бензин не может поднять. Это как? Ну, точнее, все 8, например, бензинов, ну, канистра с бензином. Вот странно вообще.